Добрый вечер всем. Вечереет, тучи ходят. Сегодня очень теплый день был, вчера и сегодня. Прям летний. 1 июня, 2 июня. Посмотрим, что будет завтра. Форточки у парников даже на ночь не закрываем. У нас теплые ночи. Вот тут одну капустину муж пересадил. Что-то у нее листья пожелтели. Вот это вот еще не окучено. Ой, сколько сорняков. Картошки мелких. Капуста поливает, муж, смотрю, сырая. Здесь тоже окучено. А там он кабачки, листья мы, которые завяли, подсохли, оборвали. Но вот они вроде выдурились, ничего. Здесь кошмар, сколько всяких колокольчиков. Скоро зацветут, ведь вот эти-то бутоны уже набирают. Клубника только-только начинает зацветать кое-где. Камнеломка как цветет. Я сюда вот в прошлом году немножко посадила. И здесь основная. А здесь форточку вот эту я закрыла в огурцов. А там вот дальняя тоже открыта. Редиску начали есть, правда, мелковато, но начали. Сейчас я посмотрю, не подвяли ли огурцы. Сама вон посадила еще одну дыню. Муж тут думал, две или одну, но вот я ему одну оставила. Вот эту. Огурцы завтра можно снимать некоторые. Сюда он больше ничего не хочет сажать. Даже дыню пришлось посадить в свекольную грядку. Вон дальняя форточка открыта. Вот. Цветет фиалка, смотрю. Это я в лесу накопала вот этой фиалки. Красивая. А салат что-то мне больше и не хочется пикировать. Он все равно здесь подрастет. И маленький съестся. Укроп он подрастает. Сорняка дофига. Такие дела, ребята. Басти тоже. Кошки домой не загоняются. Гуляют и гуляют. Не хотят домой. Даже жалко приходится их
выносить им еду приходится, чтобы хоть поели. А здесь вот муж рыхлил, а укроп не повредился. Смотрю, зашел все равно угол клубники ремонтантный. Доцветают тюльпаны. На рябине думала, нет цвета. А нет. Вон сколько цвета на ней. Завязалось много. Стирка была, такие облака, с 9 дождь, и днем был дождь, не сильный, но был. Вот идут облака, с 9 написано, сильный с 12 ночи. Вот облака, прутся, не надо бы пока еще, но вот. Муж окучивал картошку, говорит, ничего не слипается, земля не сырая, нормальная, так что если будет дождь, пусть, говорит, будет. Ну и, в принципе, я рассадила все тыквы, все дыни, все, на подоконниках рассады нет. Посмотрим, как погода будет. Лук прорыхлили. Сейчас попробую увеличить. Прорыхлили, сорняки убрали. Единственное, что свекольная грядка. Ну, раз она еще так долго не всходила, свекла, ну, немножко там, совсем немножко. Я замочила пачку семян свекольных, насыпала их в одно место, если взойдет, то буду потом оттуда брать и рассаживать. Вот, если она взойдет, рассаживать буду, где есть какое место, туда и ткну. Она рассадой лучше растет, и если она не подсоплошь, а местами. Штучками. Одна, две. Вот. И очень она будет хорошо расти. Чайки отправились. Они с озера улетают, с нашего озера улетают куда-то кормиться на ночь. На свалку, говорит муж. Да, облака. Мне не очень нравятся. Скворец, да, скворец вывел своих детей, увели они их. Тут прилетали какие-то, чуть-чуть потрещали, опять улетели. Все нормально со скворцами. Воробьи тоже вывелись, тоже по кустам шныряют. Этот Бася сидит около досточек, это я с моркови вытащила доски, потому что он керосином их брызгал, чтобы не мешались. Ну вот, почти все сняла, белье оставила на терраске, на крыльце, вернее, под крышей, здесь не намочит. А облака продолжают идти страшно. И фонарь зажегся уличный. И темнеет. Комары пристают. Правда, еще ни разу вроде бы как не укусил. Но пристают.
деревья, все отцвело, осталось единичные вот на вишнях, кое-где, кое-где. А теперь очередь цвести калине, наверное. Кустарники тоже все отцвело.